Вот практически все это началось вот с такой картинки. Это, так сказать, очень мелкий масштаб, но это можно было делать практически на коле. Обыкновенный мальчишеский подход, то есть оказалась под ногами подходящая лодка, на нее было поставлено что-то, имитирующее мачту, на нее была повешена какая-то... Я прекрасно помню, что у меня вместо руля была такая маленькая саперная лопатка. Сейчас мы уже дошли до того, что сначала там берется бревно, распиливается на доски, потом эти доски на дощечку, а потом уже на мелкие планочки, из которых вот это все дело строится. Мне это эстетически то, что мне нужно. Я другую какую-нибудь там более модерновую, как скажем, штучку, я бы ее делать не стал. Понимаю, как могут быть судомодельные кружки там для 14-летних, даже для 16-летних, потому что это требует не то чтобы там терпения вот такого просто там или усидчивости, чтобы применить на данный момент, а какой-то уверенности и непрекращаемые. Дети, которые всегда тянутся к такому типа развлечениям и, в принципе, опыту, они вынуждены садиться в электрических лебедей и по кругу там на Лебедином озере плавать.